1690 рублей. Номер лота 86955. Именно с этого прекрасного лота мы и начинаем наше волшебное путешествие. А путешествие у нас действительно будет волшебным, потому что у нас несколько цветов на выбор. У нас сегодня белые есть. Обратите внимание, белые цветы на синем фоне в заказе называются именно белые. Следующий цвет, который хотелось бы мне вам представить, это цвет... Голубой, я думаю. Знаешь, я думаю, это зеленый цвет. Зеленый, вот он подальше чуть-чуть. Вот давай вот так вот сравним и определимся. Вот, зеленый, итак, вижу. Да, действительно, я с тобой согласна. Так. Это зеленый, здесь преобладают зеленые краски. Угу. Этот цвет у нас с вами голубой. Голубой. Еще есть два цвета на выбор. Да, есть. И мы с тобой все-таки сейчас будем корректировать расцветки. Давай посмотрим. Красный цвет сейчас мы увидим, по-моему, на нашей Лене. И вот еще интересный цвет у нас есть на... Вот он, зеленый. Вот он, зеленый, цвет. Да. А там, значит, у нас был синий цвет. Да, получается. Действительно. Вот. Итак, еще два цвета на выбор. И ты правильно подметил, что сегодня наше платье может быть не только платьем. Марат, как я люблю вещи, которые трансформируются, так, которые преображаются и которые позволяют нам с тобой создавать все более и более новые образы, удивлять не только себя, но и окружающих. Итак, зеленое платье мы видим вместе с нашими леггинсами. Получилась как раз превосходная туника. Мы можем поиспользовать эту вещь, получается, и как тунику, и платье. Получается, две вещи в одном. И все это по цене 1690 рублей. С вашей выгодой 2300. Номер лота 86955. Запомните его и называйте нашим оператором. У нас пока еще есть 5 размеров, именно с 48 по 56, но я думаю, совсем скоро мы увидим надпись «Продано», потому что, ну согласись, вот такое красивое платье подойдет, мне кажется, как раз от предстоящей весны. Вот весна уже у нас наступила, и на лето мы как раз тоже будем это применять. Я с тобой совершенно согласна, потому что ткани здесь очень приятные, они мягкие, эластичные, по тактильным ощущениям, ну просто не ощущаются на теле. Немного разные будут ткани в разных вариантах цвета, но в любом случае ткань действительно приятна, не создает никакого парникового эффекта. И как вы сейчас уже успели обратить внимание, ткань прекрасно растягивается и хорошо возвращается обратно. Давай посмотрим, как мы сегодня растянули нашу выгоду. Потому что сегодня, благодаря нашей невероятной акции, нашей распродаже, которая продолжает радовать наших покупателей, действует новая цена. 1690 рублей с вашим дисконтом, с вашей выгодой 2300 рублей. Рекомендованная цена 4000 рублей. Сейчас недействительно. Кто-то скажет, как так может быть, что такие цены на телеканале «Дисконт»? Дело в том, что у нас уникальные поставщики, ведь мы сосредоточение дисконтов, мы единый центр распродаж. И вот данный лот был нам представлен одним из наших поставщиков, который ликвидирует свой склад. Именно поэтому у нас сегодня цена такая, всего 1690 рублей. Но я хотел, Ань, с тобой поговорить о крое. Каким фигурам подойдет? Как правильно сделать выбор? Марат, я считаю, что такое платье подойдет абсолютно разным фигурам. Как я уже сказала, ткань эластичная, значит, будет прекрасно садиться на все формы. И обрати внимание, крой у нас с тобой приталенный, достаточно много добавлено на свободное облегание. Угу. Поэтому платье уже само вырисовывает правильные пропорции фигуры, угу, нивелируя какие-то недостатки. Наоборот, мы подчеркиваем только достоинства. Так, ну это давай развеем малейшие сомнения. Я напомню, что у нас 48 по 56. На Ире, кстати, у нас 50 размер. А вот Лена у нас носит 48. Посмотри, идеально смотрится наша девочка. Причем сейчас Ира использует как тунику. Давай, вот как нам сделать выбор, какой обмер нужно сделать? Итак, давайте мы сначала с вами померим длину нашего платья для того, чтобы определиться и понять, где будет именно на вас заканчиваться платье. Вооружились сантиметровой лентой и опускаемся вниз. Итак, длина нашего платья 92 сантиметра. Так, обратите хорошо внимание, 91,5. Ну, плюс-минус несколько сантиметров. Все зависит от того, какой размер вы выбираете. Также хочется обратить внимание и на объем груди. Так, сейчас посмотрим. Мы с тобой замерим полуобхват для того, чтобы определиться и понять, насколько здесь правильные у нас с тобой лекалы и действительно ли они подходят на тот размер, который заявлено. Да, 52 размер, полуобхвате 52 сантиметра, и это действительно 52 размер. Но хочу тебе сказать, что такие платья многие женщины любят с более свободной посадкой. Именно поэтому я даю вам сегодня выбор для того, чтобы вы сами смогли решить, хотите ли вы платье четко посажено по фигуре, или вы хотите, чтобы оно было посвободнее. То есть, учитывая, что у нас осталось только 5 размеров, в принципе, можно взять на размер побольше, да, для такой свободы. Да, я с тобой согласна. Но при этом, посмотри, фигура все равно остается сбалансирована, потому что я вот, кажется, нашел вот такой секретик, что у нас вот, например, на одном из платьев, вот я вот вижу, есть вот небольшой такой скрапленный подплечник. Вот это действительно интересное решение. Да, действительно, это очень правильное решение для женщин, у которых покатые плечи. Подплечники это просто находка. Они будут сформировать зону верха и нивелировать с нижней частью. Тем самым мы создаем более правильные пропорции, которые приближают нас к идеалу к песочным часам. Как красиво! Идеально сбалансированная фигура.
превосходно тянущаяся ткань. А скажи, пожалуйста, все-таки такие красивые цветы, достаточно сочные краски. Вот у нас сегодня 5 цветов на выбор. Ну, скажи, пожалуйста, как ухаживать за таким платьем? Марат, очень просто. Здесь у нас с тобой смесовое полотно, особенно лавсан у нас здесь в основном содержится. А он, как известно, имеет прокрас именно внутри своей структуры. Так. Именно поэтому мы с тобой получаем надежный принт. Но не забывайте, эластичные все-таки ткани не любят горячих температур. Поэтому стирка в домашних условиях. Деликатный режим, низкие температуры. Шикарно. Прекрасное предложение по цене 1690 рублей. Встречаем весну яркими платьями. 86 955 это номер лота.